Я как только тебя в прошлый раз увидел, я сразу подумал. Этот пацан не сыкло. А мне для этой работы именно такой человек и нужен. Лучше скажи ему, чтобы он не пиздел, а руль покрепче держал в лапах. А то каждый раз, как он за рулем, мы улетали куда-нибудь, блять, в канаву. Кое-кто в этом городе совсем берега попутал. И ты поможешь мне восстановить справедливость в гадюшнике, в котором мы живем. Ага, вот так, значит. А поточнее? Есть такая девочковая группа, Аскрекс. Три птички из Японии, щебечут свой говнопоп. Стали популярны в Азии, для этого много ума не надо. А теперь едут в тур по новым штатам и хотят его рекламировать кавером на мою песню. Ты представляешь? А я не позволю с собой так обращаться. Говори, что надо делать. Мне сказали, что тут будет проезжать концертный грузовик Аскрекс. Сделаем все, как в старые добрые времена. Разнесем его к чертовой матери. С таким же успехом можно было напасть на ларек с сахарной ватой. Блять. Но для него это шаг вперед. Прям не узнаю скотину. Мы до смерти напугали двух чуваков, сожгли грузовик. Играешь в террориста? Хочешь стать новым Джонни? Кем стать? Я тебя умоляю. Керри легко взрывается, но это как взрыв петарды по сравнению с бомбой. Ты, блядь, всегда все так упрощаешь. То, что для тебя примитивный вандализм, для меня ебаный в рот творческий протест, а? А на самом деле? Эти сучки думают, что могут просто так поднять бабла на моем хите, но их будет ждать сюрприз. Знаешь, скольким я пожертвовал, чтобы стать тем, кто я сейчас? Ты, блядь, знаешь, какова цена успеха, а? Эти сраные дешевые шлюхи хотят украсть мою песню и думают, я буду стоять и смотреть. Хуй там! У них, блядь, вообще мозгов нет! Успех. У Керри всегда был на этом пунктик. Ничего не поменялось. Тебе не кажется, что юрист справился бы лучше, чем ты? Это ты мне говоришь? Я наулыбался и наподписывал бумажек на всю, блядь, оставшуюся, сука, жизнь. Сегодня, блядь, я оставил ясное послание. Только так и надо делать дела в Найт-Сити. Копы, дельтуем. Бля! Да я последний раз от копов бегал в 2020-м. Ха! О, как раз! Джонни! Да-да! Мы тогда были обдолбаны в хлам, а они нас все равно не поймали! У этих тоже нет шансов! Хуй вам в сраку! У нас все время не хватало денег на жратву. Но мы каждый день ходили через улицу в Кальенте. Наедались там до отвала, вливали в себя галлон кофе. Джонни всегда говорил, что с голодухи да по упорке мы могли бы сожрать хоть картон, на котором бомжи спят. Черт! До сих пор сердце стучит. Бля, это было дико круто! Последний раз со мной такое было в Мемфисе. Последний концерт в туре, волны энергии, я на сцене. Бля! Вот, сука. Опять вспомнил про этих шкур из Аскрекс. Как думаешь, они поняли посыл? Ты реально настолько их ненавидишь? Да ты послушай только. Блядь, кровь из ушей. Это их главный хит. Да в натуре, ну, блядь, ну такую херню каждый родить сможет. Даже ты. Керри, по-моему, ты перебарщиваешь. Девочки просто хотят перепеть твою песню. У них же миллионы фанатов. Ты бы от этого только выиграл. А ты знаешь, откуда взялись эти вонючки Аскрекс? Какие-то пиджаки из MSM подумали, что мир, блядь, жаждет такого говна. И вбухали в него миллионы эти. И мир им, как всегда, обмазался. Понимаешь, Аскрекс... Может быть, я такой же продукт системы, как и они. Тону в грязных деньгах, вместо того, чтобы в них купаться. Ну, это называется и рыбку съесть, и нахуй сесть. Хочешь быть свободным? Хочешь бунтовать?
Тогда не надо подписывать мультимиллионный контракт с крупнейшим медиаконцерном в стране. Ой, Ви, ты что, серьезно так думаешь? Они же купили права на мои песни, а не на меня. В этом городе так не бывает. Есть контракт, нет никакого тебя. Ты знаешь, на что я сейчас смотрю? На объявление, блядь, о концерте Аскрекс! Да этого нихуя быть не может! Как? Мы же с ними разобрались. Да им вообще было похер! Они просто передвинули дату! Блядь, короче, встречаемся у клуба. Если они не понимают тонкие намеки, хуй с ними, будут толстые. Ты же пробовал поговорить с лейблом? А ты думаешь, с чего я начал? Конечно, натравил на них сначала менеджера. Нихера не дало. Прислали мне ящик вискаря, суки, стали заваливать каким-то пиар-говном каждые две минуты. Напоминать условия договора. Блядь. Что на этот раз? Будем минировать клуб? Не, просто поговорю с ними. Хорошо, я уж думал. Пушку захвати. Пора объяснить этим малолеткам, что их пять минут славы закончены. Привет. Я тут подумал. Может, мы с тобой забьем на все и просто сходим на концерт? Цыц, блядь! Не будет никакого концерта. Мы отменять его идем, ты не забыл? То есть ты все продумал? Ясен хуй. Заходим в клуб, находим гримерку этих блядей, решаем вопросы, сваливаем. Все. Итак, шаг первый. Как нам войти в клуб? Все гениально и просто. Давай возьмем и купим билеты. Во-первых, ты чё, ебанулся? Я этим сучкам не отдам ни одного своего Энни. А во-вторых, билетов-то уже нет. Чувак, ты за сектор Д столько просишь? Серьезно? Ты сейчас ищешь дурачков, а потом останешься стоять с этими билетами, как дебил. Вы цену слышали? Берите или валите отсюда. Бля, вот ты ебанутый. Я же говорил, надо было брать в предпродаже. Серьезно, все так ломятся на этот концерт? Прикинь, две недели назад я продавал билетики на Лизи Уизи. Даже они так не разлетались. Народ ошалел от этих девчонок. Валят как безумные. Люди просто одноклеточные амебы. Слетаются как мухи на любое говно из рекламы. Ну, не знаю. У меня два последних билета. Брать будете? Почем у тебя билеты? Что я тебе говорил? Отдам по дешевке. Всего за тройную цену. Никто тебе столько не забашляет! Никто! Подавись своими билетами. В жопу себе их засунь за такие деньги. Нет, так нет. Ну вот, два билета. Спасибо, хорошего вечера. Вот мы и вошли. Вау, браво, Ви, хорошая работа. Слил этим блядям кучу бабла. Ну, сейчас поговорим. А вы вообще кто? Я тот, кого вы обокрали. Кэрри Евродин? Кэрри Сан? Кэрри Сал! Я вам покажу благотворительный фонд. Ви? Это, наверное, это какое-то недоразумение, и все. Еще одно ебаное слово, я тут все разнесу, суки, серьезно! Сейчас вы сделаете, как он говорит, а потом забудете, что мы здесь были. А если нет, то что? А если нет, то ваша карьера завершится прямо здесь и сейчас. Все просто. Кэрри-сан, мы не понимаем. Мы же договорились. Нам сказали, что мы вам нравимся, что в вашей спальне полно... Ой, блядь, ну нет, ну все, но я не могу. Ты слышишь это? Вы, блядь, на чем сидите? А? Отсыпьте мне тоже. Так. Что там вы обговорили? Мы подписали контракт с MSM на песню Кэрри Сана «User Friendly». Это типа наш новый сингл для тура по Северной Америке. Только через мой труп? Но мы хотели вашими песнями начать новую эру в роке. Разве вам... В роке? Вы? Так, окей, вот что я вам скажу. Рок, блядь, мертв! Об этом уже много раз говорили, но вы реально это сделали! Вы убили его нахуй! Мои поздравления! Ваш менеджер позвонил нашему и сказал, что вы хотите сотрудничать. Чего, блядь? Ковачек? Он даже меня не спросил. Пиджак, блядь, обосранный.
Послушайте, Кэри-сан, мы сделали кавер, потому что любим вашу музыку. Давайте договоримся. Рок может и мертв, но Керри слеп, если он не видит потенциала этих девочек. Очевидно же, что виноват лейбл. Корпораты всех поимели в равной степени. Похоже, что так. Блять! Слушайте, я против вас ничего не имею. Просто меня бесит вся эта нахуй ситуация. А чего он хотел? Сам продался корпоратам, а теперь еще и бесится. Мы поговорим с лейблом, Кэри-сан. Для начала просто выразим недовольство. Мы уберем вашу песню из сет-листа, отменим концерт и приостановим тур. Серьезно? Вы же потеряете миллионы. А они еще больше. Ну ладно. Вы хорошие девочки. А то, что я говорил, ну... Не переживайте. Даже мартышки иногда падают с деревьев. Ага. Пойдем, Ви. Кэри-сан, а можно с вами сфотографироваться? Ну, на память. Ты похуй. Ви, щелкни нас. Скажите, Синтасыр? Говорить о музыке — это как ебаться на грядке с настурциями. Бессмысленно, неудобно и претенциозно до такой степени, что аж зубы сводит. По-моему, настурции красивые. Кэри-сан, что случилось? Мы же все обговорили. Боже, это из-за интервью 54-му каналу? Мы не хотели вас обидеть, честно. Слово «старый» сейчас уже ничего не значит. Да они ничего не поняли после грузовика. Они тупые, как пробки. Так, мы, наверное, друг друга не поняли. Нам насрать, что вы там обговаривали. Все свои договоры можете засунуть себе в жопу. Сыграйте мою песню на сцене и попрощайтесь с Найт-Сити навсегда. Обещаю. Ладно, хотите, чтобы вас ебали и доили корпорации? Пожалуйста, ваше дело. Но если вы сыграете эту песню, я вам не завидую. Все, блядь, мне это надоело! Скажи, что концерт отменяется, давай! Отменяй все. Да, да, отменяй. Я потом объясню. Потом позвоните этим уебанам из МСМ и скажите им, что вы передумали насчет кавера. Все ясно, блядь? Да, конечно, Кэри-сан. И не говорите никому, что мы приходили. Иначе Ви придется навестить вас еще раз. Пошли. Спасибо. Сам видишь, если не взять дело в свои руки, тебя выжмут, скрутят в бараний рог, прожуют и выплюнут. Бывай.